За моей спиной наш ЗАГС, когда влюбленные, а точнее новоиспеченные жених и невеста выходят, их тут встречают разными ритуалами, тут лепестки роз, тут все смотрят на невесту, на жениха, а потом они ездят по знаковым местам города Петрозаводска, они на Горбатом мосту замок водрузят, еще посетят, вечный огонь посетят. А знаете, есть какое потрясающее место, если вы сядете на лимузин свадебный и поедете в Кондопогу, вы там увидите карильоны. Если вы приедете в часовое время, ну, через каждый час вот эти карильоны бьют, отбивают какую-то музыку. Посмотрите, вот эти 18 колокольчиков, они, каждый из них имеет только одну ноту, но они четко через компьютер выдают, например, в данном случае свадебный марш Мендельсона. Вы представляете, что такое съездить туда, поднять бокалы шампанского под эту музыку, поцеловаться и пообещать любить друг друга до гроба? Идите, пройдите.